Всем привет! Сегодня распаковываем посылочку от мыла Opt. Пришло 8 позиций мне. Получила я посылку на новой почте. Кстати говоря, за доставку я не платила. Что вам еще такого сказать? Давайте, наверное, приступим сразу к распаковке. Значит, мне пришло силиконовая форма 3D-букет весенних цветов. Она такая большая. Они все идут вот такие вот, вот так запакованные. Инструкции в пакете. Она где-то весит, наверное, полкило. Давайте ее откроем, посмотрим. Так, инструкцию убираем. Вот она идет такая форма. Сейчас вам прокручу, покажу ее. Круглая. Но, несмотря на то, что она тяжелая, но все равно она очень такая гибкая и, в принципе, я думаю, что с ней по времени долго, но так не сложно будет работать, потому что силикон хороший. Так она внутри чистая и снаружи тоже, то есть никаких проблем вообще с внешним видом, с функционалом нет. Силиконовая форма 3D-свеча лаванда пришла. Такого же цвета. Вот тоже с инструкцией, все в пакете. Сейчас мы ее откроем. Так, тут сразу выпадают резиночки в комплект, которые идут. Так, вот она свеча, типа, ну ее для мыла можно использовать же, правда? Вот, такая она внутри, с разрезом, как нужно. Вот она. В заливке вроде бы она тоже не должна быть сложная. Так, дальше мне пришло в пакетике, сейчас будем открывать, смотреть, отдушка лаванда 10 граммочек, производство Россия. Вот она, лаванда, горная лаванда. Закрыта хорошо, бутылочка полная. Есть. Потом отдушка для помады банановый коктейль. Хотела взять, попробовать, посмотреть, насколько он будет отличаться от других отдушек. Но его можно и в помаду, и в мыло. Вот он, банановый коктейль. 10, да? Не, 5 миллилитров. 5 миллилитров бананка. Потом отдушка для помады ванильный сахар. Пахнет здорово, кстати. Уже не первый раз заказываю. Вот он. Фокусируйся, ванильный сахар. Полная, прозрачная. Закрыто. Так, потом баночка Кипр 5 миллилитров. Я ее беру для бальзамов. Я заказала в этот раз чуть меньше, там 6 штучек буквально. Вот она идет такая. Открывается, закрывается. Без сколов. Я проверила все предварительно. Без сколов, без трещинок. Потом скраб миндального ореха 50 грамм. Вот они. Всегда ребята пакуют все пакетики, что очень удобно. Она не рассыпается. Так. Производство Германия. И эфирное масло миндаля горького. Оно пахнет так бомбезно. Я уже 5 раз, наверное, его заказывала. Качество мне нравится. Тоже тара закрытая, плотненькая. Спасибо, ребята, вам за такие продукты, что можно заказывать дешевле и не платить за доставку. В общем, я вас люблю. Пока-пока.